Тезяхао, меня зовут Денис. Этим видео мы начинаем серию упражнений «Домашние уроки здоровья». Первые 10 упражнений будут посвящены проработке плечевого пояса. Отжимания от пола при помощи рукоятей укрепляют ваши кисти. И это упражнение особенно полезно для женщин, которые страдают остеопорозом. Главное – правильно дышать во время этого упражнения. То есть мы, когда опускаемся, делаем вдох носом, поднимаемся – выдох. Главное – правильно дышать, да, чтобы упражнение имело оздоровительный характер. Голова, туловище и ноги были направлены в одну линию. Отжимания – это упражнение, которое улучшает кровообращение в верхней части туловища. Оно является лучшей профилактикой мастопатии для женщин. Укрепляет руки, помогает миокарду при систоле, выброс в аорту, что в свою очередь является профилактикой гипертонии. Отжимание является отличным средством при хронических головных болях. Второй вариант более сложный, когда ноги выпрямлены. Отжимания включают в работу 136 мышц, несущих свежую кровь к сердцу, грудному и шейному отделам позвоночника и головному мозгу. Это большие и малые мышцы груди, плечи, трапеции, зубчатые мышцы спины. Легкие начнут дышать без одышки. Сердце работать без аритмии, голова станет ясной. Главное – регулярность выполнения отжиманий. Борите лень.